Работая на 9-м фестивале театров кукол «Черчаян», чаще всего приходилось слышать слово «спасибо». Спасибо от зрителей за удивительные спектакли. Спасибо от участников фестиваля за безупречную организацию. Спасибо от актеров за полные залы и теплый прием. 9-й «Черчаян» должен был состояться в 2016 году, но по объективным причинам задержался. По фестивалю соскучились. Оттого встреча с уже любимыми и новыми театрами стала еще более приятной и долгожданной. Фестиваль нам очень нравится. Мы, если есть возможность, стараемся всегда приходить сюда. Очень мы рады встретиться с гостями из других стран и из городов нашей России. Ну, во-первых, спасибо, что они сюда к нам в Хакасию приехали. Мы очень гостеприимная республика. И, ну, как говорится, я рада, что столько людей пришло. Фестиваль «Черчаян» жители Абакана вышли встречать в центр города. На протяжении своей 14-летней истории эта традиция неизменна. Фестиваль начинается 2 июля в 3 часа дня театрализованным шествием от местного парка «Орленок» до театра «Кукол Сказка». Еще одна неизменная традиция фестиваля – это дождь. Он случается практически ежегодно на открытии «Черчаяна». И чем сильнее льет, тем лучше настроение и у зрителей, и у актеров. Тем более, согласно хакасской традиции, дождь в начале пути – это к удаче. Мы примчались в Абакан, где проходит «Черчаян». Мы на крыше оказались, хорошо бы не промокнуть. Самые яркие театры кукол России, гости из Испании, Голландии и Японии привезли свои спектакли. Главная идея эколого-этнического фестиваля «Черчаян» – говорить о проблемах экологии, о бережном отношении к природе, культурным традициям посредством театрального искусства. В этом уникальность фестиваля. Организаторы тщательным образом работают над афишей «Черчаяна», чтобы каждый спектакль в той или иной степени отвечал заявленной концепции. Зритель для себя, во-первых, открывает новую географию, а во-вторых, он поражен тем, что в жизни никогда не видел. И, собственно говоря, и не увидит, потому что это не кажется ездить в Испанию и посмотреть то, что мы привозим. И на том стоим, чтобы привезти сюда, в провинцию, вот, очень сильные коллективы. Ну и потом здесь так провести свой проект, чтобы о нем заговорили. О «Черчаяне» действительно заговорили и уже давно. За 14 лет своей истории первый фестиваль прошел в 2003 году. «Черчаян» прочно утвердился на российском театральном пространстве. За пару часов до официального открытия фестиваля состоялся круглый стол, посвященный теме развития театрального фестивального движения, опыт и перспективы фестиваля «Черчаян» под руководством известного театроведа Юлии Борисовны Большаковой. Театральным критикам и организаторам фестиваля она представила свою научную работу, где по ряду показателей «Черчаян» вошел в десятку лучших театральных фестивалей России. По охвату зрительской аудитории, по распространению в своем регионе, по привлечению количества спектаклей, по художественной идее он входит в первую пятерку фестивалей. По ряду других он входит в первую десятку фестивалей, если учесть, что в нашем исследовании прошлого года приняло участие 200 театральных фестивалей России. Особые гости фестиваля «Черчаян» – Большой театр кукол из Санкт-Петербурга и Российский академический молодежный театр из Москвы. Подарок театралам Хакасии – результат работы федеральной программы «Большие гастроли». Привести столичный спектакль с большими постановками бюджету региона не под силу. Благодаря поддержке Министерства культуры России зритель в провинции может увидеть лучшие образцы современного театрального искусства. Мы привезли три спектакля, которые могут как бы с разных сторон показать наше творчество. И у нас вообще в театре, в репертуаре более 50 спектаклей. Вот. Ну вот из этих 50 мы выбрали те три, которые, ну, такие одни из наиболее ярких. Вот. И очень надеемся, что их оценят хакасские зрители. Российский молодежный академический театр прибыл в Хакасию самой большой делегацией, около 70 человек плюс грандиозные декорации. «Цветы для Элджернона» – постановка по одноименной книге американского писателя Дэниела Киза, режиссер Юрий Грымов. Премьера спектакля состоялась в октябре 2013 года, и с того времени постановку ни разу не вывозили на гастроли, так что зрители Хакасии стали первыми, кто увидел этот потрясающий воображение и душу спектакль за пределами Москвы. Для меня это авангард несколько, да, ну, очень впечатляет, потрясло,
И очень хочется после увиденного помолчать, вот побыть в такой дружелюбной тишине. Детские спектакли театра «Рамт», «Сказки на всякий случай» и «Кролик Эдвард» относятся к тем постановкам, которые просто необходимо смотреть всей семьей, а потом обязательно поговорить об увиденном. И хотя на афише «Кролика Эдварда» стоит возрастное ограничение 6+, сказка очень взрослая и глубокая по своим смыслам. Замечательная игра. Действительно подумала, ну как на детский спектакль, и сходила и до слез. У меня только слезы. Видите. Спасибо. Постановка Большого театра кукол из Санкт-Петербурга «140 ударов в минуту» как нельзя лучше соответствует идее эколого-этнического фестиваля. Добрая и понятная история о том, как ребенок знакомится с окружающим миром природы, где многие явления созвучны ритму маленького сердца. Зрители везде разные. Но это здорово, это настолько, когда живой зритель, когда просто в Петербурге это одно. Он уже к чему-то приучен, что-то уже знает, на что он идет. А когда зритель неподготовленный, его первая реакция, это на самом деле мурашки по коже. Что сегодня зал встал, это было чудо. Большой частью фестиваля «Черчаян» стали показы для самых маленьких зрителей. Поучаствовать в театральном фестивале приехали труппы из Челябинской и Кемеровской области, Владивостока и Екатеринбурга. Всем известные русские сказки с удовольствием посмотрели не только дети, но и взрослые. Постановку спектакля по известной сказке «Лисичка с сестричкой» и «Волк» труппа театра из Озерской Челябинской области привезли в Абакан первый раз. Показ рассчитан на самого маленького зрителя от 1 года. Тем сложнее работать актером, передать смысл сказки, ее народную мудрость, добрый юмор и даже погоду приходится, используя минимум слов. Это и есть настоящее мастерство. Куклы буквально живые. Даже выражение лица, любопытный заяц, хитрая лиса, глупый волк, рассеянный дед. В таком показе, конечно, не обошлось без чудес. Под сценой ожило озеро. И даже за движение рыб отвечали актеры. Работа актеров всегда, особенно кукольника, это очень сложная координация с любой куклой. Это, во-первых, и особенно в открытом приеме там вообще сложно, потому что зритель видит актера, а кукла жить должна отдельно от пластики актера. Поэтому координация еще сложнее, чем у всех артистов любого жанра, даже чем у циркачей. Для детей постарше спектакль показали соседи из Кемерово на «Черчаян». Они приехали тоже впервые. Ну что? Значит, нет никого. Может быть, ты мне поможешь, а? Ага! Разбежалась! В постановке «Крошечки-хаврошечки» куклы и люди-партнеры. Несмотря на то, что в спектакле много забавных моментов, с самого начала и до конца в зале сохранялась полная тишина, и дети, и взрослые сопереживали несчастной хаврошечке. Как и любая сказка, это тоже со счастливым концом. Хаврошечка встретила своего принца, маленькие зрители выдохнули с облегчением, а актеры остались в полном восторге от публики и от фестиваля. Пожалуй, не было ни одного фестиваля, где мне каждый спектакль нравится. Вот я приду на спектакль, думаю, ну, сейчас-то что-нибудь будет так, ну, так себе. А нет, все замечательно, все здорово. Поэтому спасибо организаторам, что подбирают такую программу. Спасибо театрам, присутствующим на фестивале, потому что держать такую планку – это очень трудно на самом деле. «Черчаян» имеет статус международного театрального события. Ежегодно на фестивале представлено несколько зарубежных театров. В этом году в Хакасию снова по просьбам зрителей прибыл голландский уличный театр «Close Act» с программой «Белые крылья». Уникальный в своем роде театр для одного зрителя из Японии. Его директор и автор в одном лице Юки Куда представила 2 мини-спектакля о любви. Испанский театр Джорди Бертрана до слез рассмешил и взрослых, и детей. На сцене абсолютный минимализм, черный стол, гитара и поролоновые буквы испанского алфавита, после представления которой хочется выучить язык жителей Пиренейского полуострова. Этот фестиваль стал особенным главным направлением. Организаторы задумали театральную школу. Впервые в рамках «Черчаяна» прошли режиссерские лаборатории. Эскизы спектаклей со столичными постановщиками подготовили и актеры драмы, и актеры театра кукол. Наброски будущих постановок оценили коллеги по сцене, зрители и лучшие театральные критики страны.
Афиша замечательная, на наш взгляд. Она сложилась так, что попала и в этническую направленность, и в экологическую, поскольку фестиваль эколого-этнический. Еще новое направление этого фестиваля, это все-таки молодежная программа «Год молодежи» в Хакасии. Это замечательный РАНД и школа-студия МХАТ, и все работы молодых актеров, которые приезжали со своими спектаклями с этно-экологической программой, они очень мощно вписались в концепцию фестиваля. И мы получили огромный заряд и положительных эмоций, и, наверное, хорошего настроения. И идеи на будущее, что самое главное. На целую неделю Хакасия стала центром пересечения культурных традиций, местом, где говорили о новых театральных тенденциях, стилях и направлениях. Фестиваль «Черчаян» – яркий пример того, что серьезные международные события в театральном мире могут происходить не только в столицах, но и на далекой сибирской земле.